Дамы и господа, попалось на глаза одно очень интересное решение суда. Это решение арбитражного суда в городе Екатеринбурге. Оно было вынесено в январе 2021 года. Но чем оно интересно? Оно о неправомерности возложения требований по вакцинации сотрудников на работодателя. То есть, оказывается, есть такое решение, дамы и господа, да? Оно, правда, немножко о других прививках, о прививках от гриппа. И тем не менее, ну какая разница, если, значит, неправомерно, да, заставлять сотрудников прививаться от гриппа, то неужели же правомерно заставлять их вакцинироваться от коронавируса? Выложу все вот эти вот документы к себе в соцсети, в частности в телеграм-канал, они уже там выложены во ВКонтакте, во все остальные тоже покидаю. Находите, вооружайтесь и идите защищать свои права. Подробности через пару часов в реальной журналистике на нашем YouTube-канале. Увидимся!